ты исчерпал свой лимит сквернословия. Отныне я тебя лишаю этого дара. Что это была за фиг... Прекрасный голос. Что это было за дерьмо? Великолепные слова. О! Сгоню-ка я этого лузера со скамейки. Эй, добрый человек, не изволишь ли подвинуться? Ой, что это я сказал такое? Да я тут девушку свою жду. Мы здесь посидим вдвоем. Мне неловко, но очень бы хотелось посидеть. Неловко? Что за чертовщина? Вы не слышали, что я сказал? Место занято. И тем не менее, не мог бы ты все-таки потесниться, ибо я более чем хочу сесть. Какого хрена? Что за ересь я несу? Вам бы стоило поискать другое место. Мне более чем приятно слушать твои рациональные ответы. Но я все-таки хотел бы попросить подвинуться, чтобы я сел. Меня сейчас вырвет! Это не мои слова! Ладно, уговорили. Своей девушке расскажу, потом посмеемся. Ну и нафиг мне теперь здесь сидеть? Вежливость и доброта для крутого срамота.